Ночью в ухо мне надуло, утром я упал со стула, опрокинув чашку чая прямо на ногу себе. Довершение картины, я порвал себе штанины, и простуда вспухла на губе. Но при этом на удивление, у меня хорошее настроение. Интересное это явление, хорошее настроение. Опа! Дальше было как по нотам, а поддал я на работу. Все, что можно, перепутал, пропустил и потерял. Наконец, вернувшись к дому, я зашел в свой лифт знакомый. Лифт поехал, скрипнул и застрял. Но при этом на удивление у меня хорошее настроение. Интересно это явление, хорошее настроение. Настроение хорошее, не купишь магазин. Не попросишь у соседей на недельку до среды. Настроение хорошее, бывает лимузин. И в заброшенной избушке без воды и без еды. Настроение хорошее, не вырастешь на грязь. Не закажешь в ресторане и не получишь начать. Настроение хорошее, не знать, все в порядке. Может, выскочить внезапно? И сейчас тут не означает. Но при этом на удивление у меня хорошее настроение. Hehehe